И вернемся к теме технопрома. Новосибирский форум – это не только новые соглашения и стратегическое планирование, но еще и грандиозная выставка новейших разработок сибирских ученых и научных институтов со всей страны. Технологии, о которых еще недавно можно было прочитать только в фантастических романах, сегодня представлены на экспозиции, равной по площади 7 футбольным полям. Андрей Баев убедился, будущее уже наступило. Новейшие технологии на форумах технопром уже ни для кого не в новинку. Но есть такие определенные экземпляры, которые удивят многих. Здравствуйте. Вот где бы я хотел оказаться, так это в Голливуде и сняться в каком-нибудь фильме про роботов. А как вас зовут? Меня зовут Алантин. Спасибо, до свидания. Право же, не стоит. Заходи почаще в НТИ. Судя по этому экземпляру, век искусственного интеллекта не за горами. А пока наши ученые умы уже вовсю создают уникальные высокотехнологичные изделия. Например, вот этот сердечный клапан уже разработан и проходит доклинические испытания в Новосибирском институте имени Мишалкина. Подобные импланты облегчают жизнь не только хирургам, но и пациентам. Его преимущество в том, что он не требует остановки сердца, не требует распила грудной клетки, ставится через прокол в бедренной артерии. Пациент у нас не находится на ИВЛ, то есть искусственной вентиляции легких, не находится в наркозе. Вот. Опять же, мы не останавливаем сердце, самое главное. И пациент у нас лежит один день в реанимации, на следующий день его переводят в палату. То есть у нас минимальное время нахождения пациента в больнице реабилитационной, соответственно, время тоже сокращено. Главная особенность новосибирской разработки – высокое качество, превышает зарубежные аналоги. Но самое важное – дешевле заокеанских в 3 раза. Еще один пример новосибирского импортозамещения. Первый в России 3D-принтер по металлу. Устройство позволяет увеличить скорость производства уникальной детали в разы. Достаточно загрузить готовый чертеж. Сам принтер – исключительно отечественный продукт. Мы изначально отказались от пути, связанного с копированием. Все технические решения, примененные для использования, они оригинальные. Они разработаны коллективом авторов в рамках кластера, металлургомашиностроительного кластера и предприятий участников этого кластера. Все программное обеспечение собственное, техническое исполнение собственное. То есть это совершенно патентоспособный продукт, который... Получается, идеальный пример того самого импортозамещения. Да, это 100% это импортозамещение. А этот, казалось бы, обычный фонарик – одно из самых простых и полезных разработок. Резиденты Новосибирского технопарка добились ярчайшего света. Маячок предназначен для того, чтобы пешехода можно было увидеть минимум за 100 метров в любую погоду. Самое главное – это вопрос того, чтобы люди, ну, скажем, сделать моду на то, чтобы обезопасить себя на дороге. Поэтому здесь нужно до людей донести вопрос того, что дисциплина должна быть в том, чтобы заботиться о собственной безопасности. Мы же все любим друг о друге заботиться, да, о себе нет. В следующем году организаторы технопрома обещают еще больше участников выставочной части форума. А значит, еще больше уникальных разработок на пользу всего человечества. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.